Ну, классная же рыбалка, чем сидеть вот так на берегу скучно, с комфортом. Нафиг надо. Лучше вот так вот туда на остров, раз поклевка побежали. А? Класс же? Ну, я вам говорил, спортивненько. Сюда пришел перезабрасывать. Если он какая-то рыба дно пылесосит, бороздит. Вот здесь сейчас даже или поклевка была, или это просто кто-то за леску цеплялся. Так и не понял. Короче, вот здесь какая-то рыба, он ходит, муть поднимает. Я же здесь прикормил так нормально. А поклевок нет. Почему-то. Кукуруза все целая. Не клюет. Жереха вообще здесь нигде не видно. В этом году что-то. Там на перекате нигде вообще не плещется, ничего. Не клюнул ни разу. Вот иду сюда попробовать с камня поймать. Сейчас посмотрим, может быть, здесь стоит все-таки жерешонок. Попробуем. Здесь обычно вдоль течения стоит. Такое. А, змея рыбу поймала, смотрите. Рыба плещется еще. Здоровая змея. Ничего себе. Я думаю, что там плещется. Здоровая змея и довольно крупную рыбу поймала. Видели, что творится? Это карась. Вон они. Плещутся толпой. Вниз скатываются. Видно прям. Сперва там плескались, теперь здесь, здесь, ниже, ниже идут. Да, жереха, короче, нет.
Вообще не видать, не плещется, не бьет нигде. Вообще тишина. Первый раз здесь вижу, чтобы здесь жереха не было. Обычно здесь он всегда круглый год. По крайней мере, вот к вечеру вот так вот уже возле берега он начинает активничать. А сейчас что-то все, тишина. Интересно, почему так? Интересно. Возможно, электроудочники здесь имеют к этому отношение какое-то. Что я такого точно никогда еще не видел. Чтобы здесь жереха не было. Здесь самое жереховое такое место. Особенно летом он вот здесь на струе стоит. Постоянно смотришь, бах, 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 плещется. Все. Никого, ничего. Сидит, сидит, дергает. Наверное, просто маленький. Дядя Толя разошелся. Ты зря же туда перекидывал. Чё ж вы дергаете? Так. Чё, большой? Или? Неплохо тянет. Неплохо. А он аж наверху стоит. А как так? Убери вот это. Хорошо тянет. Вот оно. Че, руки трясутся? Да блин, солнце ничего не видно. Ну встаньте сюда ко мне чуть-чуть. А еще хуже, блин. Да конечно. Конечно, стоите на солнце, смотрите. Нифига себе, амур что ли? Да ты че? Похож на амура. Да, амур. А дядя Толя, ничего себе, меня обскакал. Амура поймал, видишь ты? Ничего себе. Где он, блин? Да. Поднимайте кверху просто. На себя не тяните, а вверх. Чтоб он воздуха чуть-чуть хапнул. Так он толком и не тянул, да? А-а-а. Не хочет пока что. Мощный попался. Может, они крупный. Когда здоровый, быстрее сдается. Что дает? Когда большой амур, быстрее сдается. Просто не сильно такой крупный. Ну, крупный, конечно. Килограмм 5, наверное, есть. Ты ну хватит уже дергать-то, блин, запарил, уже рука болит. Ну хоть поборитесь с рыбой, блин.
с нормальной. А то всяких головастиков возите домой. Поднимайте кверху. О. Небольшой. Что, классный? Какие студенты рыболовят? Ну, не десятка. А? Не десятка, конечно. 3,5 кило где-то. Десятка я бы вообще сейчас... Давайте. Я жду. Отпускать, что ли? Конечно. Да он мелкий, смотрите. Это что, амур, что ли? О, видите? Нет, это он. Нет, вот клюнул. Не, я его просто держу, чтобы он хвост себе не порвал об этот. Об подсак. Да, где-то 3 кило. Такой нормальный. Ну-ка, давайте, я вас снимать буду. Поднимайте. Что, рыбу? Да. За хвост и за табло берите. Только помойте его. О! На меня чуть протяните, чтобы он больше казался. Вот так выставьте. О! Все, отпускайте, а то он искровится сейчас весь. О, дядя Толя, красавчик какой. А? Первый раз в жизни такую рыбу отпускаете, согласитесь? Видите, новое ощущение. Да, не говори. Классно же. Да. Не, был бы он на десятку, можно было взять, конечно. На двоих его распилить. И это. А думаешь, эта леска бы выдержала десятку? Да, выдержал. Он, говорю, он на десятку быстрее он сдается. Его тащишь, он уже к берегу подтаскиваешь, он уже не какущий. А вот эти мелкие, вон как. Ну, поздравляю, блин. Молодец, дядя Толя. Красава. Хоть отпустил, не кабенясь. Я вас научу, как надо рыбачить. Видите, зато рыба ловится, когда отпускаешь. А когда не отпускаешь, она перестает ловиться. Вот увидите, еще на десятку сегодня поймаем если амура. Если бы здесь был кореец, ты бы, он бы здесь упал бы, умер бы. Точно. Ничего, его научим, если надо. Да, классно. Короче, сейчас был полный трешак. Дядя Толя нас чуть не сжег здесь в палатке в этой нашей. Ну-ка, чайник покажите-ка на камеру. Ой, блин. Чай закипятить решил. Как здесь, короче, полыхнуло до потолка, блин. Все горит, чайник горит, он сидит и смотрит. Я вообще поражаюсь такому холоднокровию. Сейчас сам уже гореть будет, сидит и смотрит, наблюдает. Интересно же. Ага. Я говорю, уходите нафиг. Фу, еще газа надышался, блин. Ну и вонь, блин. Короче, здесь сейчас капец пожар был. Да, надо было снимать реально, а не тушить. Как машины догорают, да? Хорошо потух. Интересно, а почему так? Это этот остался жидкий. Когда осадок остается, да, вот как раньше машины заправляли, газолин или как он называется. Вот он так, он жидкий же, как вода. Не, ну его нафиг, в следующий раз вы будете на улице где-нибудь вон там кипятить. Нафиг надо, блин. Фу, блин, я же наиспугался. Быстрее, 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 уйдет. Уйдет, быстрее, говорю. Опять у вас там фрикцион плохо отпущен. Опять поклевка там мощнейшая.
просто. Дядя Толя шпарит. Фу, блин, да, спортивная рыбалочка. Ой, дядя Толя, снимайте вы первым делом вот эту всю байду. Фу, блин. Ой, блин, пожарник. Чуть не спалил нас, блин. А уже все горит, мешок, все горит, короче. Огонь уже до потолка, чуть ли палатка не горит. Шатер. Сидит, смотрит. Как ни в чем не бывало, блин. Интересно же. Что-то мне было не очень интересно. Че, опять огромный? Палатка твоя. А, опять огромный? Да, что-то есть. Хорошее слово. Дергается сазан, походу. Те молчат, закидушки. Здесь крючок я большой поставил, по-моему. Ну хорошо. Ну, сегодня у вас масть прет. Вы сейчас садок зацепите с рыбой. Давайте дальше туда идите. Нет, сюда под поворот. Ага, вот он здесь. Сюда ближе подходите, дядя Толя. Сюда ближе, наоборот, подходите. А то он здесь в бок сейчас пойдет и все, садок ваш соберет, все соберет. Такой видон серьезный. О, амур. Да ладно. Да. А, точно амур. Дядя Толя сегодня по амурам. Это побольше. Да это вам так кажется. Да. Где он, блин? А, я его уже поймал. Такой же, блин. Такой? Ага. Ох, блин, дурак, не дергайся. Не, этот побольше. Блин, он с икрой, давайте отпустим его. Смотрите, полный икрой. Может, он, конечно, и объелся камышам, но, скорее всего, это икра в нем. Смотрите, какой пузатый. Не, этот побольше чуть-чуть. Самую малость. Ну, сазан больше. Давайте, делайте красиво. Да, этот побольше. Немного, да. Но видите, пузо какое у него. Полное. С утра поймаем большого. А ну-ка поднимайте.
Не, этот побольше. Ну чуть-чуть, говорю, там на полкило. Отпустим, да? Дядя Толя, дело ваше. Но вы его должны, просто обязаны отпустить. А вам 5 лет жизни добавит. Счастливой. Или убавит. Счастливой. О! О! Красавец. Аж он на солнце такой золотистый. О! Красота. Видите, как люди становятся правильными с заботой о своей природе. Да, вот это класс. И опять так же, да, далеко не утащил. Интересно, они клюют. На крючок здесь на свой не нарвитесь. Нате эту. Фуф. Пойдемте кушать. Сплошной адреналин. Да. Плита загорелась. А там, короче, в газовом баллоне внизу жидкая собралась, эта фигня вонючая, капец. А он сидит и баллон трясет, короче. Вот так по-всякому. И эта жижа в шланг пошла. И затекла в этот его. Этот, как он называется? Теплообменник или как он? Как, короче, вспыхнуло все нафиг. Нифига, ваш тоже дергается первый. Меня? Угу. На который амура поймали? Угу. Что значит фирменный крючок? Блин? Вы что, поперли? Наши городки. Я думаю, почему у тебя бинокля нет? А? Ну, как ты через фотик смотришь. Нафиг тебе бинокль, да? Так. Все, погнали. Погнали. Утро. Там все три закидушки клюнули. Видно. А, холодно ночью, капец было. Сейчас тоже дубак. Приходится идти. Че, вы садитесь в лодку, я вас покачу. Да ладно. Да давайте отморозите свои эти... Последние. Ну, эти, ноги. Да, выкиньте, конечно, один уже утопили, но второй тоже. Очень жалко. А лодка спущена, как всегда. Ну, у вас сразу по-другому бывает. Рыбу не увезет, которую поймала. Ой, блин. Или только две клюнули. Вот это ближняя. Нет, тоже, да? Да. Все три.
Интересно, хоть одна рыба там осталась. Там, да, у вас первая. Тоже кто-то сидит. А здесь две, оказывается, они три клюнули. О, тянет как. Или даже одна здесь клюнула. Нет, две. Да сидит кто-то. Он только все пособирал здесь, по-моему. Опа. Блин, что такое? Непонятно. Что такое? Что-то как-то странно идет. С дерганиями. Что это значит вообще? Или сорвался уже? Он, видите, все поперепутал. Ё-моё. Не, вот он сидит. Да ё-моё. Что-то там волны создает. О, все, говорю же, собрал. Сазанчик. Все пособирал. Мелкий, да? Ну, не мелкий, но негодяй. Все, все три точно собрал. Вот, блин, а. И сейчас еще продолжает все путать. Ой, блин. Конечно, он всю ночь, наверное, здесь. Я тебе говорю, пошли зачем. Давай, давай, путай, блин. Сильнее, блин. Да, блин. Не сдается, а? Смотрите, какой. Ни в какую. Неплохой, да? Ну, капец, он натворил здесь делов. Да оставьте. Чё хватаетесь? Блин. Ну, еле держался уже. Сейчас бы еще чуть-чуть и свалил. Ну, куда мелочь ловишь, блин? У тебя амуры вообще не клюют, блин. У меня только. Ну, вон там у вас опять, наверное, амур сидит. Сидит, пускай. Прикольный, да? Дима. Крючок отцепляй. Пошел. Слышь? Капец здесь, короче, все, отрыбачился. Ну что, сейчас распутаем? Да, надо идти того доставать еще. Подныривайте. Да не, вода-то. А, опять амур сидит у него, блин. Ё-моё. А чё? Чё за несправедливость? Это мне на амуров специально. Снасть чисто на амура заточенная. Да. Крючок фирменный для амура. Пойдёмте, а то сейчас тоже все пособираете свои. Что, прям амур? Да. <с <с
Я только амуром ловлю. Сазаны так, мелочь. Он через тот... А вот он, да-да-да. Пошлите туда. Перелазьте его через этот. И через этот тоже. А, не. Блин. Давайте, давайте. Амур идет. Сейчас кормит какой-нибудь грамм 300. Не, сазан. Хороший. Хороший. Да где он хороший? Такой же, даже меньше, чем у меня. Да, конечно. Меньше, чем у меня сейчас был. Догонишь. Вы чё, блин, у вас очки увеличивают просто. Плюс 20 делают. Больше ты чё? Да какой? Вы чё, у меня сейчас больше этот был сазанчик. Вот гонит, а. Вы чё, блин, не видите, что ли? Смотрите. Где он больше? Головастика поймали какого-то. С яслей вытащили. Блин. Давай. Нать. Чё нать? Какие? О, зафиксировали головастика. Отдыхай. Он уже сюда еле плывет. Ну конечно, нифига они здесь всю ночь катались. Но у вас хоть не перепутал, блин. А эти тишина. Ты неправильно забрасываешь. Наверное. Во, крупняк. Ага. Два один сегодня. Какие 2-1? Ну вот второй, вы одного всего. Сегодня. Оскорбился такой. Такое лицо сделал серьезно. Как это 2-1? Капец, катушка упала. Что такое? Катушка свалилась со спиннинга. Офигеть, здесь малька сколько. А там покрупнее. Угу. Надо им тоже подбросить. Сейчас смотрите, они будут нападать, пока она будет плыть. Да, вот этот здоровый. Хороший.
Ну, вы его долго будете кушать. Ты мне его отдаешь? А кому еще его? Итак, вы рыбы сколько отпустили? А? Да. Или эту тоже хотите отпустить? Нет. А что? Это уже слишком. А что так сразу? Однозначно нет. Выдох. Не-не. Бицухи теперь. Бицухи. Как? Бицухи. Ну бицепс. Повыше, ну чё вы, блин. Арнольда не смотрели никогда, что ли? В засушенном виде. Пресс, сделайте. Присак. Кубики. Во. Фига вы еще в форме, блин. Вам еще амуров таскать и таскать. Во. Монстр. А ну-ка, спину, спину. О, не, лучше не надо. Че, горб? Че, горб? Горб у меня. Ну, вы иногда распрямляетесь. Это из-за того, что вы так ходите, поэтому. Надо же себя контролировать. Да, о, сразу на 5 сантиметров выше стал. Орел! Куда вы собирались идти? До ветру. Ну вот давайте. Да пойдем собирать. А что, мне уже почти все, да, собрать? Ну да, уже все разобрано. Че, погнали? Ну вы же хотели кое-куда сходить. Там еще вернем. Ну да. Ну что, в общем, все, мы отрыбачили с дядей Толей. Двое суток неплохо провели, конечно. Там, блин, вообще было весело. Вчера вообще день был классный, тучки, пасмурно, прохладно. Кайфанули, и рыбалка вчера тоже была неплохая. Амуры пошли, сазаны, все как положено. В общем, отдохнули по кайфу. Ну и все, едем домой, там дядя Толя сзади едет. Все, в общем, всем спасибо за внимание. Всем офигенных рыбалок, хорошего настроения. Ну и увидимся на следующей рыбалке. Всем пока-пока.